Всем привет! У каждого есть товарищ, которого хочется поставить на моноколесо. Поэтому ловите топ аргументов «за». Во-первых, катание на моноколесе – это быстрый способ передвижения по городу. Во-вторых, его очень удобно перевозить. Просто берете за ручку и катите, как чемоданчик. На велосипеде будешь потный, а на колесе не устаешь и можешь проехать больше. В любой компании вы будете в центре внимания. И, возможно, вас задолбают вопросами. Но об этом в следующем видео. А еще это свободные руки. Можно взять кофе и наслаждаться им, пока ты едешь. Еду куда хочу, потому что у моноколеса больше диаметр и выше проходимость. Для окружающих моноколесо безопаснее. Здесь выше порог входа. Это вам не прокатные самокаты. Каждый моноколесник прошел тернистый путь обучения и знает цену своей ошибки. А еще на моноколесе нет руля, который можно протаранить прохожего. А еще можете просто бегать, это вообще бесплатно. Всем пока!